320 лет. Такая внушительная цифра получается, если сложить все годы, которые представители Самарской династии Тюриных проработали на ЦСКБ «Прогресс». Начало положил Филипп Тюрин. Вместе с эвакуированным заводом он приехал из Москвы. Нынешний глава семьи Геннадий проработал на заводе 44 года. Там встретил свою супругу. За трудовые заслуги и в честь праздника «Весны и труда» губернатор Самарской области Николай Меркушкин вручил Геннадию Тюрину автомобиль. Мы не ожидали такого подарка. Ну, были готовы, как говорится, поздравлениям, но не к такому, конечно, подарку. Мы просто очень рады и благодарны. Областной конкурс «Профессионал года» проводится в губернии второй год. Всего 70 номинаций. Победителям трудовых конкурсов вручили дипломы и денежные премии 60 тысяч рублей. Также в честь праздника весны около 200 сотрудников УАО «Кузнецов» получат губернские гранты. Я поздравляю еще до машины, на ваши глаза и слезы на ваших глазах. До машины. Еще раз для себя лично правильный праздник отмечаем. Если люди выходят на сцену и слезы на глазах, значит, это дорого стоит. Спасибо вам. Губернские власти уверены, проведение ежегодных трудовых конкурсов не только поддерживает и вдохновляет рабочих областных организаций, но и укрепляет авторитет человека труда. Валерия Квасневская, Артем Сулайманов. События.